Москва, Первомайская. Сердце столицы – Красная площадь. После речи министра обороны маршала Советского Союза Малиновского состоялся военный парад. С трибуны Мавзолея руководители Коммунистической партии Советского правительства приветствовали славных советских воинов. Наши вооруженные силы всегда готовы сокрушить любого агрессора, если он осмелится напасть на нашу родину и братские социалистические страны. Военный парад окончен. Красная площадь превращается в гигантскую спортивную арену. Самые юные участники первомайского праздника преподносят букеты цветов руководителям партии и правительства. На площади колонны трудящихся столицы. Первомай – самый радостный праздник людей труда всего земного шара, их единства и международной солидарности. День 1 мая москвичи, как и весь советский народ, выразили готовность отдать свои силы претворению в жизни решений 22-го съезда Коммунистической партии, великой программы строительства коммунизма.